Привет, Шурметы! У нас сегодня на повестке дня довольно необычные комиксы. По многочисленным просьбам мы начинаем озвучивать Детройт. Поэтому все, кто еще не знает, что это такое, предупреждаю, здесь будут спойлеры. Сначала ознакомьтесь с игрой. Игра шикарная! Ну а мы начинаем, короче, все. Погнали, ребята! Ну и куда ты теперь? Весь такой девиантный. Я хотел бы вернуться в отдел, но в сложившейся ситуации я пойму их и ваши опасения на мой счет. В конце концов, кому нужна сломанная машина? Хм, ты прав. Мне не нужна машина. Мне нужен мой напарник. Ты, Конор. Мы возвращаемся туда либо вместе, либо никак. И пошли они все к черту! Лейтенант, пора за работу! Отпусти меня, тупой пластик! Детектив, пора работать. Лейтенант? Нет, Конор! Ладно, пойдем! Конор, нет! Конор, нет! Конор, ну! Ваш кофе готов. Откройте рот, господин Рид. Не бойтесь, я вас спасу! Здравствуйте, я Конор из Гиперлайн. Да-да, он был уже мертв, когда я приехал. Ваш кофе, лейтенант Рид. Засунь этот кофе, знаешь куда? Не знаю! Куда? Ням-ням-ням-ням. Конор! Ёб твою мать, Конор, что ты творишь-то вообще? Хорошо, осталось лишь взломать эту систему, чтобы проникнуть в комнату. Так, какой же пароль мог придумать старый матёрый полицейский? Ну конечно, сраный пароль. Оу. Блин. Конор, ты ведь девиант? Нет. Ты девиант? Не-а. Да! Нет. Ладно. Пошли, сынок, пора работать. Программный сбой. Папка. Да. Из всех девиантов мне достался самый сильный и независимый недевиант. Конор, что это у тебя за хрень на голове? Это присоединяемые протезы, присланные компанией Киберлайф. Они улучшают мои датчики и слух, а также отвечают за Wi-Fi и HUD. Значит, они просто прислали тебе кошачьи уши? Нет, Хэнк, это не... Это кошачьи уши, Конор. Каждый год сезон продаж андроида в день демонстрации такой же безумный, как и другие праздничные сезоны. В этом году Киберлайф продолжает работу с конкурентами, с еще большим количеством разработчиков андроидов и компаниями-помощниками для их продажи. Доброе утро, Хэнк. Я уже убрался в доме и вынес весь мусор. Иерихон принимает гостей во время праздника, так что Маркус занят. Но я отправил ему голосовое сообщение. Оно придет в указанное мною время, так что он в конце концов узнает. Сегодня солнечно, Хэнк. Разве не здорово? Поскольку сегодня особое событие, я решил надеть мою старую униформу. Прямо как в старые времена. Быть шпионом в Киберлайф было ужасно, но я никогда не желал иного пути, потому что я встретил тебя. Последние 32 года были полны радости. Я рад, что провел их с тобой и с Сумо. Доброе утро. Служба похорон и кремации Детройда? Я бы хотел, чтобы вы приняли и забрали лейтенанта Андерсона из его дома. Покойный. Хэнк Андерсон. Да, я передал информацию сегодня в 4:37. Также вы найдете меня, лежащего рядом с ним. Пожалуйста, сожгите нас вместе. Я? Я андроид и партнер Хэнка Андерсона. Мое имя Конор Андерсон. Деактивация.